Почувствовали, что мышцы утомились, положили гриф. По соседству с горнолыжницами физподготовку проходят и самбисты. На сборы в Сочи основной состав мужской сборной приехал 25 июня, а 1 июля к ним подключилась команда юниоров. Летние тренировки здесь самбисты проводят уже второй год. Очень нам здесь нравится ребятам, все условия созданы, великолепные залы, оборудованные по последнему слову техники, великолепное питание. Тренировочный сбор у самбистов завершится к концу недели. Основной состав готовится к предстоящему чемпионату мира. Он пройдет в Сочи в ноябре в Ледовом дворце «Айсберг». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.